Оба, привет. Это доктор Влад. Мы сейчас с собаками гуляли на озере. И Гришка вспугнул енота. И вот этот енот, он какой-то заболел, что ли, едва ходит. Я попробую его поснимать сейчас. Он далеко не ушел. Он возле дома сидел, наверное, грелся, что ли. Что за дела? И он, главное, не убежал от Гришки, а так как-то переваливался. Сейчас посмотрим, что с ним такое. Где он там? Вот где-то здесь он был. Сейчас поглядим. Ну, я вам енота покажу. Ну, лечить, как я его буду лечить? Он не голодный, видно, что жирненький такой. Вот он здесь был. Вот тут вот он был. Но сейчас его нету, да? А Гришка рванул. Сейчас посмотрим. Ну, где-то здесь вот он телепался. Эй, енотик. Нету. Куда ж он делся? А вон он пошел. А зачем он в воду-то пошел? Вон он, да. Может, у него температура? Что же он там делает-то? Эй, енот. Чудно. Видите, да? Сейчас я поближе подойду. Эй! Крендель, ты что там плаваешь? Что с ним такое? Вот он плывет. Плывет. Заболел, наверное. Ну и куда-то поплыл. Может, старый уже? Куда-то плывет ведь, а? Я так вот, чтобы не дрожало. Какая-то ветка там еще. Да что ж такое случилось-то? И как ему помочь? У меня тут есть в карманах засохушки, но... Ну, в смысле собачьи. Вот он. Какой-то он не очень нормальный. Может быть, ему жарко, он решил охладиться. Холодно ведь сейчас. Уже температура-то. Ой, где он? Температура-то уже не та. И вода. Ну, градусов, может, 12. Хвостатый. Что с тобой? Туда поплыл, назад поплыл. Бедняжка. Опять разворачивается, плывет. Эй, иди сюда. Кусь-кусь. Не знаю, как их звать-то. Да что, опять потерялся. Кругами пошел. Я уж рука устала. Енот. Конечно, енот. Вот хвост полосатый. Ну все, поплыл куда-то по течению. Может, он меня боится. Ну, до сюда допер все-таки далеко. Ну, в том плане, что... Я говорю, он очень тяжело шел. А почему он плавает? Эй, зоологи, подскажите, вот что за ситуация с этим енотом? Что-то хвост у него ветром, что ли, задрало. Может, он рыбу ловит? Да какая сейчас рыба? Чудно вот со зверьми-то жить, а? Не поймешь, в чем дело. Крутится, вертится. Может, заразная какая болезнь. Гришка бы не заразился. Он, кстати, сегодня, Гриш, плохо себя чувствует почему-то. Не знаю, почему нос сухой. Вроде ничего такого не было. Крутится на месте. Вертячка, может быть. Да, ну, не знаю. Я видел тут мышь с вертячкой, даже снимал, у меня ролик есть, это такой паразит в голове образуется и блокирует мозг. Ну все, уже не видать. Ребят, подскажите, что почем. Ну, в общем, я не знаю, что с ним дальше будет.
Ну, это вот наше озеро, вон оно далеко как уже. Непонятно. Ну, все, пока. Хоба. Я еще раз вот отсюда сниму. Видите, как он далеко уплыл-то? Видно его, нет? Вон он. Прям далеко даже от берега, вон как. Что он там делает? Это мостки дома какого-то. Что-то он уже не двигается. Может, ему плохо? Ну, подскажите, зовут, если знаете. Нет, развернулся. Маленько двигается вроде. Ну, все, выключаю. Далеко уже совсем. Да его ветер несет туда, в ту сторону. Ну все.